Я, кстати, совсем забыл, мы в подвал сайта с вами не вставили социальные сети. У вас в описании под видео будет ссылка, называется «Код для вставки социальных сетей». Вам, в общем, нужно его скопировать. Также будет инструкция по изменению этого кода. Также посмотрите, и там показано, куда вам свои ссылки нужно ставить. И вообще описано, как можно поменять иконки. В общем, берете оттуда все, вставляете и вернее, все копируете. Затем вы смотрите, переходите в панель «Настроить». Здесь вы выбираете, здесь мы выбираем с вами виджеты, вторую фото-виджет-зону, контакты открываем, переходим в текст, идем в самый низ, спускаемся на пару строчек вниз и должны вставить с вами код. Пожалуйста. Все работает. Сохраняем изменения. Код этот оставьте, если захотите где-то когда-то его поменять, то при заходе еще раз он у вас сотрется, но если вы не будете заходить в этот виджет, в панели настроить, то они будут нормально отображаться. Но так как только вы зайдете что-то поменять, вы не найдете этот код. Поэтому код оставьте у себя. Ну, по поводу настройки социальных сетей, на этом все.